Видит. Здоровеньки булы! Здрасте, ребята! Привет всем еще раз! Это последняя игра на сегодня. Всем еще раз, конечно же, ку-йоу! С вами Мобстер и Альтаода, и мы готовы для вас комментировать эту игру. Надеюсь, она будет столь захватывающей, как была прошлая игра. Кто сделал чаечек, тот красавчик. Кто сделал себе покушать, тот вообще молодец, потому что игра будет как раз длиться, я думаю, ну, столько же времени, да, сколько... кто подписался на наши твиттеры, тот вообще просто красавелла. Я согласен. Да, друзья, начнем для вас комментировать этот матч. Doom и Bounty Hunter. Air Spirit и Enchantress. Вот они, баны. Все то же самое, но вообще... только мы увидели... Нет, ну, земельку мы увидели в бане в первой стадии. Обычно это был все-таки кто-то... Леона не увидели в бане. Сейчас мы увидим в пике. Я почему-то в этом уверен. Че, неужели так боятся? Я, кстати, сейчас попробую подгрузить стату. Мне просто а интересно. Как, ты когда-то видел First Pick Леона? Был сегодня, по-моему, нет? Был же. Леончик сегодня? Да, First Pick'ом. Я еще думаю, ребята, Леон, по-моему, был. Слушай, так все в голове перемешалось, что столько Леонов было. Да. Но, может быть, это все-таки сейчас будет First Pick Леончик? Тот самый? Долго думают они, хотят брать быть может. Или не хотят. Есть еще Бэтрайдер, конечно же, который будет в пике. Почему-то я в этом уверен. Ну, собственно, чего тут скрывать? А Ньюби теперь воспользуется Виспом. Слушай, может, у них получше получится. Я вот им доверяю после первой карты. Виз Бэтрайдера в пике у Ньюби. В принципе, да, ну, я думаю, пойдут правильно. Правильно онлайн Виспом. Ну и ответочку ждем от Сидеков. Это, наверное, будет какой-то Вайч Доктор, либо Тайт Хантер, либо ДК, либо Квапа. Хотя мы видели сегодня Морфа. Да. Было дело. Было дело. Молодой, горячий. Интересно, Чуань же на Виспе сыграет? Я вот забыл. Да, да, конечно же. Да, Чуань, как немножко другие герои. Заодно давай глянем, какие у него герои. Чтобы вспомнить. А, ну он тоже на виспе. Вот. Винрейт-то посмотри. А, какая, да? Да, на виспе винрейт 91%. Ты. Сильно. Ну, я думаю, Чуань тоже им занимается. Как ни крути. Вот он, Чуань перед вами. О, не-не-не, тут все-таки другие герои. Но я помню, что Чуань 100% им занимался. Я его видел. Ну ладно. Глянем героев. Да, вот они. Поподробнее. Enchantress 100% винрейт. Так в бане она уже, и слава богу. Тут хоть себе сидеки немножечко ситуацию упростили. Да, я согласен. Ну и видим, Дарксир опекают у нас сидеки. Дарксир, ух, ну как. Ну, о лучших героях XZ давай тоже с тобой пообщаемся. Есть ли там среди них Дарксир и каков у него винрейт? Не видим. Вот это. Там нет. Да. А лучший винрейт здесь на Дазле. Ну, это ж когда Дазл, наверное, был... А, подожди, подожди, нет, это не то. Это... Я... Да, это в целом. Подожди, Layer 2, да. Ну, все равно мы тоже Дарксира уже не видим. Но видим Тайдхантера, 100% винрейт, а КДА... Посмотри на это божественное КДА. Чё-то жестко, на самом деле, за 5 игр. Как такое может быть? Очередь команды Сил Света запрещена. Очень сильно. Да. Очень сильно. Очень сильно. Ну, конечно же, ребят, на пике-то мы вернемся, покажем, что здесь имеем. Хотя мало что за это время изменилось. Нага, сирена, в бан. А не пальцем ли в небо это? Сегодня была одна Нага, я бы не назвал ее. Ну почему? Она довольно-таки хорошо сыграла. Ну... Ну, была польза. Как любая Нага с Рейденсом, Магдарином. Но выиграла. И это, наверное, самое главное. Тут есть кому спейс для Наги проводить, или он и Дарктир это могут сделать. Почему бы и нет? И аппараты не хотят видеть, конечно же, ребята. Алхимик следом летит в бан. В принципе, это может быть теоретически морф даже у Ньюби. Теоретически. Алхимик Свен. Ну, про куров Ньюби, опять же, думаю, можем обратиться к статистике. А почему бы и нет? Что нам покажет статист? Статист? Статист, нам покажет. Покажите нам, пожалуйста. И мы видим это... Это по мидерам? Да. Му. Ну, я бы сказал, not bad. Ну и, конечно же, глянем Хао. Как у нас там Хао? Герокоптер, Свен, Джиггернаут, Спектр. Ну вот Спектр.
Все равно остается неплохим героем при наличии того же самого. Я смотрю на винрейт Свена от Хау. И я не удивляюсь, что он в бане, друже. Да, я понимаю, что это на самом-то деле будет very больно. Может, это все-таки из-за магических трех пятерочек в КДА? Может быть. Вернемся к пикам. Ну и долго подумывают. Ну, в принципе, сюда и Джаггернаут к ним подходит. Сегодня он довольно-таки часто заезжал, нет? Дисраптор пока. Ну, это герой для Чуани. Определенно. Против контр-инициации. Ну, вследствие. Ну, да, против очень... инициации, контр-инициации, да, Ньюби Йоси. Во-первых, он очень хорошо стоит против Дарксира, он может его и гонять очень хорошо, спейсить, а помимо этого еще и убивать. Есть все-таки Глимс, которым они могут это все сделать. Дополнительное время поехало. Ну и чем нам ответит Сидек Янг? Я думаю, все-таки должны взять какой-то дефолт, потому что в прошлый раз, что они напекали, это был ужас. Ужас. Ну, среди тех героев, что, опять же, мы видели у игроков Сидек Янг, он там присутствует. Бристлбэк. И, по-моему, если мы смотрели, это была короночка. Да, короночка. Короночка от товарища KPI. Ну, я думаю, все-таки должны были быть к этому готовы. Виз Бристлбэк еще и мидл может отправиться, так что он может на него сесть не KPI. И мы, насколько помню, это довольно-таки очень сильная комбинация. Да, инвокеру миди тут не повезло однозначно. Хотя мидеры раскрыли уже прямо сейчас деки. Вот я вот не знаю, опасаются они вообще своих героев или нет, но вот они прям мидеры раскрыли в середине пика. Не да под конец, да. Да, да и по идее инвокер ничего Бристлбэку не делает в миди под виспом. Вообще не хватает дэмэджа. Не выиграть. Ну и смотрим, чем хотят ответить Сидек. Как видите, Ньюби уже все напекали. Виспа, Бэтрайдера, Дизраптора, Бристлбека. Остается последний герой. В принципе, они могут пойти этим лайном, ну, по задумке, в два места. Мне вот опять вопросы. Это вот все равно, что антимага взять. Нет? Тебе так не кажется? Только этот герой без эскейпа. Он просто жирный. Его можно загнобить. Антимаг хоть что-то выформит. А я вот делаю ставку, что... Вообще, в теории, здесь... Виспа и Бристлбек должны идти в хард. И просто гнобить. Но с другой стороны, Вис, Бристлбэк могут быть и в мид. Вынести очень много, как сегодня мы видели уже Бристлбэка. Посмотрим, что оно в итоге будет. Да, медузка. В последнее время у нас так себе заходит. Очень слабый винрейт она имеет. И мы сегодня ее уже видели. Шейкер Вивер последний. Шейкера, кстати, давненько мы не видели. Давай-ка глянем на него. Статистику. Опа, 42%. Я вижу очень много знакомых ников в чатике, ребят. Всем еще раз привет, всем здрасте, спасибо, что нас смотрите. И 51 на Вивере. Хочу еще АА посмотреть. Найтсталкер залетает. Мы его сегодня не видели. Слушай, Найтсталкер — это довольно жесткий герой в руках сидеков. И у меня есть на то подтверждение. Одну секунду. Так. Ой, у нас уже Джаггернаут пикнули. Ладно, потом уж как-нибудь. Хау на нем сыграет. Сейчас я подгружу стату, ребят. Я вам докажу, что Найтсталкер... Виктория на нем? В таком случае, если Виктория играет, то... Не тот Найтсталкер. Не факт. Да, немного не тот Найтсталкер. Здесь мы его не видим. Здесь Doom, Dazzle, Chen. А вот будь на нем, ну, это четвертая роль. Четвертая роль Найтсталкера. Вот этот товарищ. Сейчас, секунду. Значит, мимо. Я думал, что он в миде будет. Ну, ладно. Что ж, друзья, давайте приступать к матчу, которого мы так долго ждали. Последняя карта на сегодня. Сидек Янг против Ньюби.
Ну, представляем команды, друг. Да, давай. Представляем команды, ребят, и уже по обычаю представляю команды. Сидек Ян, конечно же, играет у нас на инвокере Inflame, на Медузе играет Ама, XZ играет у нас на, конечно же, Dark City, Виктория Баланар и Демонс играет у нас на Леончике. Ньюби, Кака у нас на Виспе, Чуань на Дизрапторе, Хао на Джиггернауте, КПАЙ на Бристлбеке, Му на Бэтрайдере. Пожалуй, это все. И тот самый Варт от Ньюби, который мы сегодня уже видели, но на стороне... Вот, его и поставили, кстати, и Сидеки, идентичный. Вот эти китайские варты... Что-то знают. Что-то знают эти... Серьезно, я вот смотрю... А как думаешь, найдут друг друга варды? И смотри, и в миде идентичные варды. Что такое? Ну, похоже это, кстати, рядышком. Ну да. Как-то вровень играют. Шаблонно, что ли? Жаль, на игре в прошлый так не получилось. И дезморали, конечно, наверное, ой, присутствуют. Тут будет драка за нижнюю руну, будет драка. Драка, драка. Иноземец, мать, волнуется. Ну что ж, спайка неплохая. Как один из самых там таких тонких героев мог бы просесть, но выгнать команду с руны удалось. А, Виктория. Больше скажу, руну забирает еще Джиггернаут. Настакивают, настакивают замедленно, ребята. А идут дальше еще стакать, конечно. Маны нет. Еще настакать. Спрей не будет. Леончик едет все-таки в Магадан. Это First Blood. И делает у нас мистер Бэтрайдер. Оно ему и нужно. Бэтрайдер соломит. То, что доктор прописал. Ну и в хард у нас идет. КПАЙ. Дезерта должен быстро перетягиваться. Хоть руну и не взяли, зато пришел First Blood. Ну, Тоби Хау пока стоит сам, ждет, пока к нему придет Дарксир. Ну, и сейчас потянется Дизраптор, который будет оттягивать. А, сейчас стакнуть хочет. Чуанчик у нас хочет стакнуть. Нужно же быть полезным, правильно. И Виз делает тоже даблстак. Все леса сейчас вообще застаканы будут. У всех все получается, кроме... Да, все-таки чуть-чуть. Ну, как да, Виз тут совсем другой. Уже какой-то, понимаешь, уже что-то делает. Да. На карте. Прошлый Виспа вот мы так не отмечали, ведь, в принципе, то, что он делает, нам-то видно. Но Висп Изи Лейн — это худшее, что может быть в трипле. Я даже не знаю, как они на это согласились и пошли. Это, может, переволновались или просто его взяли, а потом не поняли, куда его применять. Выход на инвокера. Инвокер. Флейм. Так, откидывается ветрами, но он не должен никуда уходить, должны его забирать. Если ТП-сейва не будет, инвокер должен будет умирать. Да, конечно же, его сразу забирает. Му делает килл. И... 2-0 для Му. И уже есть такое себе преимущество небольшое на миде. И начинает Ньюби опять точно так же. Вот агрессивно. Что, да, вот что мешало в прошлой игре Виспу также убивать ДК. ДК намного слабее, так сказать, против Бэтрайдера, чем инвокер. Он не держит дистанцию, он стоит в миде. Ну, это дела их каждого. Ни ветров не имеет, только стан. Конечно. Задувку единственное, что может ему помочь снизить урон по себе. Так, мы смотрим. Ну его там овер много. Левел 3 себе насобирал. Му там подкиливает его Висп. Ману ему дает. Му заспамливает бедного Инфлейм. Черт, не завидую я ему. Инвокер 5 крипов, Бэтрайдер 8. Минут через 5 сравним, как там будет у нас. Видят передвижение Баланарчика. Забанил он Эншентов. А как раз Кипа идет себе стакнуть, я так понимаю. Да, идет стакать, но... Ох ты, посмотри, как сыграно-то хорошо! Да, они видели этим вардом, что сюда идет сюда банить эншотов. Сразу же разбанили. Отличная игра от Ньюби. Варта очень полезным оказался. Заблочит сейчас стаки, конечно же. Не дает Баланар стакнуть. 15 крипов, вот там вот пока что фармит Медуза. Ну, вот опять же, я думаю, что Ньюби-то прекрасно понимает, что Медузу можно на раннем этапе гнобить героя на то подходящую. Просто Джиггернауту надо пофармить. Ему, в принципе, здесь дают это вот делать. Он, да, кстати говоря, вот через такую вот раскачку идет. Варда пока хилинг-варда нет, но он ему понадобится, если там Дарксира будет мучить его айншеллами. Дарксира тоже, кстати, им никто не занимается. Вообще наплевать, экспу получает, не получает. Смотри, как красиво делает Висп. Он не палит, что у него есть досты. Он их выкладывал, в деревьях прятал. И до сих пор сейчас инвокер не знает, есть ли досты или нет. Не палится. Итак, выход. Должны убивать инвокера, сейва нету. Ой, хороший флеймбрейк, да. Под тизер. Посмотри, никуда как замедлили ты его. Шикарно отыграли. Му вместе с Кака. Просвет просто победный. На верочку уже дали. Никуда не уходит, да, инвокер.
сыграно на все 100%. Уокер не может ничего, только выходит за мидл речки, сразу погибает. Третий фраг команде Ньюби достается. Виктория стоит возле хосты. Вот это уже может быть опасным. Выходит в мид. Нет, все-таки не выходит. Видно его. Ребята знают, что тут бегает Балонар на хосте. Видит его все перемещения. КПА тоже стягивается. И Балонар просто пробегает сейчас хосту. Никак ее не реализует. Если смог, не прожмет. Пытается. Так, спалили обсвард. Теперь понимает Виктория, что видели его. И сентрю еще одну разбили. Да. Расчищают лес от различных сентрей. Ну а там бетрайдер выносит очень-очень-очень много. Все, блин, что у нас такое. Мало того, что в по центру находится. Щемит там инвокера, имеет в два раза больше крипов. Зафармливает подобный лес. И я не знаю, я потом покажу лучше нетворсы, чтобы разница была налицо. Да, обидно, что в миде в это время никто экспу не лечит. Так-то Вис мог бы и остаться, и XP вынес бы Бетрайдер еще куда больше, ну и Висп, конечно, бы остался. Дизраптор, второй Глимс, не завидую XZ, если там чуть по здоровью просядет товарищ. Да. Его Глимсанут под Блэйд Фьюри. Так, тут на топе могут быть проблемы, нельзя подставляться. Под вышку дайвить будут, а Юншел уже повесили. Ночь идет. Чуань. Если Виктория себя за эту Чуаня подцепили, Чуан ошибается. Да, конечно. У меня лаги пошли, мне надо реконнектиться. Чуань ставит Кинетик Филд, он все еще живет, как и приходит на помощь. Хотел сказать, только если Виктория не сможет реализовать себя в первую ночь, то это совсем будет печально. И ганг-то не прошел. Одного крипа не хватило Джиггернауту, чтобы получить 6-й левел. Можно было бы даже попробовать и убить того же Леончика, два раза прыгнуть. Мы видим, что Ньюби себе поставили защитный вард. Видят они теперь все вот эти вот перемещения, которые будут здесь. XZ, Kinetic Field. Попался. Да. Друзья его тоже это понимают прекрасно. Виктория все продолжает бегать ночью. И никак никого не может найти. Бетрайдер ставим. Минута 1900 голды. На миде, походу, планируется грязнуля. Пытаются убивать сейчас Бетрайдера. У Бетрайдера проблемы. Летит на гуна сейф. Есть. Вопрос лишь, кто это? Дизраптор. Это не Висп. Был бы это Висп, Бестрайдер бы, конечно же, засейвился, но у Виспа кулдаун ТП, он летел сейвить топ. Висп бы подсобил. Хватало у него там даже чардж ботла был, 3 стика, там бы еще зарядили ему 1-2. Я думаю, спасал бы. Оттянули даггер Бестрайдеру. Хотя вполне возможно это будет и тревела, мы сегодня такое видели. Медузка продолжает фармить, купила себе на инфьюже трейндроп. На миде выход на дизраптора. Чуань. Проседал, да, но выжил. Немножечко так помучили его. Му. Отложили, конечно, ему блинкдаггер. Пришлось ли ехать в лес, опять вновь забирать стаки. На топе смог вылазка. Джиггернаут. Главное не попасться в дизейбл Леона. Блэйд Фьюри ТПшки нет. Если его сейчас подцепят. Нет, он держит дистанцию. Аккуратно должен стоять. Хекс попадает все-таки Хексом. У Джиггернаута большие проблемы. Сейчас еще залетит станчик, конечно же. Сайленс будет, без него тут, ну, Висп захиливает, да, вовремя. Вот именно так приблизительно должны играть Виспы. Они должны быть везде. Хорошо сыграно, хорошо. Опять три героя доты на топе были. Неудачный ганг. На миде проблемы будут у инвокера. Есть Глимс. У инвокера большие проблемы при этом. Будут, конечно же, его забирать. Стоп, тут входит дэмэдж и в Бетрайдера. У Бетрайдера теперь проблемы. Бетрайдер, скорее всего, тоже умер... погибнет. Да. Чуань тут на таком герое играет, что сейчас импакт он вообще не внесет. Он в основном дизейблер. Не, ну сейчас, конкретно сейчас, собирает себе ману Чуанчик. И он теперь супер полезный. Очень много дэмэджа будет носить он с статик штормом. Так, Виктория. Едет. Блэйд Фьюри, Виктория едет, да. Таверну. По вышкам тут, к сожалению, работать так не смогут, как на прошлой карте с Dragon Knight'ом. С Джиггернаутом немного не так. Да я думаю, скиллами смогут зато более активнее работать, потому что у Бетрайдера уже появился даггер. У Бетрайдера уже винлейс появился. Сейчас все будет.
На топе, я смотрю, подбайчивают на Джаггернаута. Как раз приходит сюда Дарксир. И это будет вылазка на Дарксира, как я понимаю, если он только сейчас покажется. Хотя Бэтрайдер пошел просто фармить, он не дождался Дарксира. Придется подождать кулдаун Фаерфлая. Полетел Бэтрайдер, но заканчивается Фаерфлай. Ну и Медузка нанизу, конечно, фрифармит. Есть для нее спейс, но хватит ли ее? Смоук, му вместе с Чуанем. Вполне себе результативно может оказаться. Блинкдаггер, му. Встреча сейчас Леона. Чуань, Старик, Шторм. В миде Инфлейм. Да, в миде сейчас будет выход на инвокера. Уже пошел Firefly, зацепили в лассо, есть виз рядом. Кстати, Шторм, там все и было. Все дела сделать свои, да, грязные и отправить в таверну. Хотел сказать, грязного инвокера. Да, не жалеет, конечно, Статик Шторма. Дизраптор, он довольно-таки быстро кулдаунится. И полезный килл, полезная экспа. Слушай, мы с тобой совсем забыли про Бристлбека. Что он там делает вообще? А они вместе с Медузкой балуются друг друга, там бахают потихонечку. Ну, Медузка, конечно, побольше, но Бристлбек что-то да выносит. Оставь их один на один, они там не умирают, не убивают. И парочку аркан, причем две сразу на одну команду. Книжка, смоук, закупились ньюби, в общем, нормально. Закупились, причем саппорт 4-5 позиции. Не удивлюсь, если там скоро появятся и артефакты. Демонс вместе с Инфлейм, смоук в ответ в сторону команды ньюби. Насколько отработана чуйка у Джаггернаута? ТП есть, есть Плейт Фьюри. Вопрос лишь, надо как-то вылезти и сократить дистанцию. Так, чтобы Хекс успеть дать, он пошел в Плейт Фьюри. Тут вылазка на Джаггернаута планируется. А ведь Плейт Фьюри закончится, потратил, и будут проблемы. Все, поехали. Там, тут, кстати, виз говоря, виз рядом, да. Продал. Или нет? Нет, он рядом, будет тизериться, скорее всего. Релокейт, тизер. И его задизейблил Леон в полете, дал ему Хекс, сбил ему релокейт. Но Джаггернаут вроде спасся, должен уходить, да, должен уходить. Ну, даже так, в принципе, лучше для Джаггернаута, чем как-то иначе. Демонс очень хорошо сыграл, в полете успел задизейблить, сбить ему релокейт, хороший хекс. Вот и 12-я минута, показываю нетворсы, чтобы разница была видна прям невооруженным глазом. Конечно же, Ами на фрифарме, его никто не трогает, но... Так его и убьют. Демедж очень сильный входит, нету маны. Нет, подрубил. Да, но убивает. Был на фрифарме, его никто не трогал, все было нормально до тех пор, пока вот не пришли эти ребята. Но он долго жил, его в принципе три героя били, он долго-долго жил, никто не может подсобить. Вот нет у него такого виспа, который прилетит, подсейвит, подсобит. Но есть ли он, который делает то же самое? Только блинк надо. Я думаю, что у Демонса он скоро появится. Обычно 16-18 у нас, да, такие тайминги уже, да, бывают. Нет, это у Леона, видимо, небольшие проблемы существуют. Но это у Леона проблема с тем, что его команда фраги не делает. Виктория, конечно, он не заработает нападает столько денег. У виспа проблемы. Прокаст от инвокера должен залетать. Кстати, ты заметил, какой у нас инвокер сегодня? Да, впервые это на манеже. Это класс авиаксовый. Да. Но теперь проблемки будут у кого? В первую очередь у команды Сидек. Он уже виспов получил, отхватил инвокер. Но Блинкс не достает, не, да, достал, да. И в кулдауне там уже был. И кулдаун, и маны не было изначально. В общем-то, потрачено. А на топе у нас Дарксир себе нашел время пофармить. Правда, как-то слабенько все у него. 28 крипов, 0-1-0. Хорошо отыгрывает ньюби. Хорошо отыгрывает Бэтрайдер с виспом. Ну и грех, конечно, не похвалить Чуаня. Из 8 киллов он участвовал в 6. Да, и ни разу не умер. Что означает, что он и позицию хорошую выбирает в драке, и делает все хорошо. Да, мы видим, что инвокер будет играть без Мидаса. И это очень большая проблема инвокеров. Ну, зачастую такие инвокеры не выигрывают. И, как показывает практика, инвокеры без Мидаса имеют порядка там 25% винрейта. Медуза фармит, но она единственная, кто фармит в команде Сидек. Инвокер, кстати говоря, ты обратил на него внимание, что у него есть, а чего у него нет? Конечно. Ты думаешь, он взлетит без Медаса?
Я ж говорю, 25% винрейта у таких инвокеров. Да вообще тут печалька. Блейд Фьюри, Джиггернаут появляется. У Бристл Бека есть уже мека. А чё он там фармил-то фармил? Его тоже никто не трогал. Он ни разу не умер. Так. Ветра не мимо. ЕМП не зацепило. Бристл Бек остается, а рядом Висп с арканами. Да, Висп его еще и подхейлил. Они могли так-то забайтить, остаться под ветрами, чтобы на него напали тут Висп. Хоп-хоп, и захилил бы. Бутрайдер уже появился. Форстав. Так, встречают уже. Видим, как встречает Викторию. Причем так нормально. Старик Шторм даже, наверное, можно поставить. Выбежал Глимс обратно. Поддержали Викторию. Тандерстрайк через 3 секунды. Тут Мув, в принципе, справляется. Да, как-то чуть-чуть они не доиграли, но все равно убили Баланара, тут ему деваться было вышку, некуда. Говорят, надо бы вышку спушить. Действительно, надо бы. С Драгонайтом в прошлый раз реально игра получилась крайне динамичная и целеустремленная. Сейчас просто фраги по всей карте происходят. Ой, сразу подготовили, должны сразу сгрызать. Но... Блинк, ой-ой-ой, палец, мека, жив, кака, сюда хау, без маны приходит, поставили стенку, икзет, вакуум. Борется Бристл Бэк, в спину тоже урона немного получает, а настакать не удалось, и даже это дракой назвать нельзя, Ньюби тут не были к ней готовы. Да, седеки как-то откидали, не смогли зафокусить быстро Медузу, все-таки инвокер кинул ЕМП. Но вот Медузу в команде сейчас сложно будет зафокусить, когда тебя постоянно бьет, киксует, очень много дизейблов и различных другой гадости есть у команды седек. Если будет Медуза в пятером, то сложно ее убить, конечно. Ну, мы... не видели Джиггернаута сейчас в миде, так-то он дэмэджа не вносил. Он получил уже 11 левел, и если он закинет... Просто без маны ворвался, побил немного. Да. Кипай остается без маны. Все забирает у него. Но тут висп должен быть где-то. Понял. Висп не будет где-то. Ну, у нас одинаково, значит, это зависит не от нас. Так что придется чуть подождать. Да, я тоже так считаю. Они вот-вот должны пройти. Ну и медузка, само собой, у нас выходит себе, конечно же, в скаде. Первая там, ей нужно и мана, ей нужно хп, чтобы просто жить, выживать. Чисто у нас с тобой одинаковое слайд-шоу. Все, отпустила. Продолжаем смотреть. На топе стяжечка. Цепляют медузу. В миде тоже у нас забирают Аме. Да. А, ну, да. Да, это была медуза. Ну, тут уже поплава пошла. Тут на уже топе поплава. В это время все-таки забирают тавер. Ну и на низу Бристл Бэкс и Спом будут тоже пытаться похарасить об тавер. В ответочку, конечно же, Ньюби забирает и на миде тавер. Ну и Демонс и Инфлейм на топе. Все, прекратили пуш, разлетаются. Нужно. Да, пора бы дефать. Мид ты один не задефаешь, но будет глиф. Может быть, попробовать сделать это на боте. Ты два тавера на низу, то уже пол хп потерял. Висп залил маны Чуаню, своему братишке. Ну и Баланар. Баланар приседает. Конечно же, есть еще Глимс. У Баланара будут проблемы. Раскаст от инвокера, хорошая ЕМП. А там умни слэш, разделился дэмэдж, но да. Хоть кого-то удалось забрать. Икзет обратно к Глимс, здесь забирает стенка, стяжка стоит. Капка может погибнуть, но это не страшно, лишь саппорт. Ключевых героев команда Ньюби успела забрать. И по-хорошему даже может вышку еще спушить. Да, потеряли шарика, они, ну, все-таки отойдут. Отойдут, я думаю, мана закончилась, скиллы чуть-чуть в кулдауне. В принципе, сейчас подождет дизраптор свою ультимативную. Вижен какой-то... А, ну, там вард уже заканчивается. Ну, да, да. Неплохой вард Ньюби еще поставили. Да, продолжают давить. Вижен здесь на то очень даже кстати. Демонс. Есть Сентря. Найдет ли? Или нет, не нашел он все-таки, не нашел. Лес не покидает вражеский. Инвокер там решил забросить ЕМП. Довольно опасными вещами он занимается. Но Рошаном либо займет с командой Ньюби, они в наглую, да, в наглую даже могут. Почему нет? Очень грамотную позицию занимает Чуаня, может даже запереть, как капкан, да, в случае, сейчас если захотят. Сейчас на хайграунде должен поставить. Поставил его там, их тут да, тяжело будет пробить, убить. Вот даже не стали добивать. Хотя странно, можно было даже забайтить бы, но решили отступить. На миди тавер сейчас будет страдать у команды Ньюби. Башню сил света на нижней линии атакуют.
сил тьмы на центральной линии атакуют. Башня сил тьмы. Ну и пока спрятались в лесах чужих. Баланарчик, Виктория. Так, дойдет дело до конфликта или нет? Ребята! Да, конфликта тут не избежать. Интересно, позицию зэк заняли. Не могут же на хайграунде, да, вроде как в перспективе неплохо. Спалили всех, смотри, прям. А, хорошо. Радарчиком. Да, хороший радар. Мол, ну, давайте подождем, что ли, а? Да, сигналят на них. Все, начали. Забайтили, забайтили на кабанчика. Да. Медуза пошла. И медузу тут еще, кстати, затопили говоря... медузу, нужно увести сразу ее. Да, ее фокусят очень сильно. Ворвался там Бристл Бэк. Очень много внимания он на себя и дэмэджа пока принимает. Минус медуза. Пошел в ход инвокер. Мека залетает. Леон туда же отправляется. Чего-нибудь помогает с этим справиться. И само собой тп-аут. И кто может, тот и делает. Кто может, тот и делает. Мека зашла и стали фуловые ньюби. Заберстили. Фулл дпс отдали в медузу. Хорошо, ее увез к своей команде. Ну, а без медузки уже драться не круто. И камильфо, да. Ну и Аегис достанется за руна магии еще и валяется. Обладателю. Тот, кто драку выиграл, тот Рошана завоевал. Мысли великих? Мысли поплавленных. Я понял. Ну и можно идти по... миду, по топу. Да, по миду все-таки пойдут. Руну магии оставили, аркейн руну. Кто-то за ней идет. Но не джаггернаут же. Оставит же Бэтрайдеру, правильно? Да, Бэтрайдер говорит, оставьте меня. Нет, как они? Смотри на руну. Это Бэтрайдера. А, все-таки по низу идут там тавры. Я его не увидел, уже чуть сдвинулся. Ну, я ожидаю либо... Ну, что могут сделать с одной стороны сейчас и деки? Развернуться и... Ну, развернуться и идти дефать в хайграунд, наверное. Первое, что приходит в голову. Единственное, что я вижу, это просто откидываться с пылами, давая спейс медузке. У медузы появится скади, но не дают ей появиться скади, не дают ей нафармить скади, потому что ньюби уже заходят на хайграунд. А Игис есть у джаггернаута. И, по-моему, летят еще и диффуза ему в курице. Кримсон Гвард летит, диффуза летят. И сейчас будет заход. Кримсон Гварда, диффуза, как ты сказал уже, у меня они чуть пролагали. Висп должен сейвить. Да, сейвит он его, но это не самая лучшая инициация. Ну, даже с ней мы видим, как падает Дарксир, хоть он и свою работу сделал. Начинает фокусить Амы. Амы погибает, скорее всего. Му его тоже дизейблит. Лассо тут отказался, выбраться никак не удалось. Очень много внимания привлекает Бристл Бэк. Глимсует обратно Виктория. Виктория оказывается в кинетик филде. Вроде бы неплохо раскастованные ветра ЕМП. Позволят, возможно, несколько отступить команде Ньюби. Но инвокера, по-моему, тут тоже уничтожают. И остается в живых лишь один Леон, который там тоже подсасывает. Хорошо манку. Очень забайтил Му. В итоге он просто должен был цеплять. У него не получилось. Но слава богу, что выжил. Даже захилили денег его. Просто копейки получают за это ньюби. Надо пушить дальше. Но по-моему, общее преимущество по графикам опять сейчас уже преодолело черту. Возможно, даже черту невозврата. Бараки начнут падать. Отходят. Нет, отходят. Ну да, маны нет, действительно, не стоит. Да и с хп проблема так-то. Да, разворачиваются. Разворачивайтесь, уходите. Ну, сейчас есть прилетит, захилит. Да. Так. Давайте разберемся поближе. Вот сейчас, когда что-то происходит, это вот... Вообще, думал, это наш менталитет. Когда что-то реально не навернется, ты не поймешь, что нужно что-то поменять. Я вообще не понял, что изначально просто взял и закончился Чуань. Как-то, ну, да. Вроде собирались отходить, но нет, давайте еще потусим. Ребята, они еще не резнулись. А что нам Леон сделает, действительно? Так, ну Леончик прикупил себе даггер благодаря этому. На низу бараки остались стоять. Ну и, в принципе, и у Хао осталось еще Аега. За файт он потратил четверо диффузов. Ужас. Только-только-только-только свежие прилетели на топе. В смоке. Нет, вы просто... Не самый удачный ганг. В таком случае, если никого не загангали, было бы классно, если бы вижен поставили. Как же ему авойдил? Они это сделали. Как же он назаавойдил их? Не пошел фармить свои леса, а просто убежал. Нет, на миде остался.
Ну и мы смотрим на айтема инвокера. Конечно, у него вообще ничего нету. Абсолютно. Ну и Ньюби собирается по низу. Все-таки хотят зайти по низу, забрать тавр. В принципе, у них все есть. Все откулдаунилось. Одега также и осталась. Это можно делать. Это можно проделывать. По ботам. Самый оптимальный вариант. Хотя бы с бараками закончить. Раз начали. Какова будет инициация? Давайте посмотрим. Змейка Медузы. Хаук грызет барак. Просто Виктория в перепалку вступает вместе с KPI. Подкоп Хаука. Егис есть. Ветра EMP. Дизраптор вынужден отступить. Кримсон Гвард старается вроде как драку даже засплитить. Оценить других оттех. И тут врывается Батрайдер. Ставится кинетик филд. Старик Шторм у меня начинает лагать. Но думаю, что и так все понятно. Что фокусят именно Медуза. Медуза минус. Байбек. Медуза отступать должны именно Ньюби. Если... хотят. Ну, надо бы. Надо бы. Потратили много что. Кинетик Филд, Омни Слэш, Лассо. И заходит Инвокер. Что будет в итоге? А они рискуют ли? По центрю зашел. Прям по грани пробежался. Не было достов. Это была единственная центря, под которую он пришел. Ошибочка от Инвокера. И Стоунгейс от Медузы. Все разворачиваются. И все пока еще живут у команды Ньюби. Стоунгейс вот-вот закончится. Чуань, разворачивается. Чуань, да, минус Чуань. Стрела. Ну, в смысле... змейка. Настакать нужно Бэтрайдеру. Стаки дать. Маны нет. Пошел Джаггернаут месить. Кстати, да, потратил все диффуза. Джаггернаут вообще без диффуза сдался. Медуза Мист очень сильно здесь чувствует дэмэдж. Минус Медуза. Это дайбэк. Ну и Баланар, конечно же, уезжает. Дарксир. Дарксира не достают. Он хотел одного и второго, но хоть Баланара, да, достал. Баланара достали. А того достал Бристлбэк. А... и Бристлбэк достает Инвокера. И того достал, и под фонтан и пойдут Леона еще. И бы тоже, скрин, наверное, наказать. Конечно. Почему бы и нет? Таких под Фонтан Гейминг это GG на 26-й минуте матча. Все, манерно отыграли. И заметь, наш бы Бристлбэк пошел под Фонтан. Ну, а этот Бристлбэк не пошел. Ну, тем не менее, 25 минут это самая быстрая игра за сегодня. Самая быстрая игра. И 25 киллов для китайской команды на 25-й минуте. Один китаец в минуту. В принципе-то. Ну, это Рубилова, конечно, прям было сегодня не на шутку сейчас, а насмерть в последней карте. Ну и самое главное, они показали Сидекам, как нужно играть с Виспом. Висп из 25 киллов участвовал в 21. 4 килла всего лишь пропустил. Ну, что я хочу сказать, друзья мои. Альта, спасибо. И тебе спасибо. И вам спасибо, зрители. За работу. И зрителям спасибо. И твоим зрителям спасибо. Мы выдержали это. Всем зрителям спасибо. И моим тоже. Он, ну, у нас они общие сейчас были. Да. И хорошо, что они восприняли все очень неплохо. Я рад. Надеемся. Мы еще завтра на Китае будем, поэтому заглядывайте. Кому не спится, у кого часовой пояс такой, что он просыпается и идет в Китай. В общем, всем будем рады, друзья. Не забывайте подписываться на соцсети, которые видите сейчас на своих экранах. Это Twitter. Заходите, фолловитесь, там много чего интересного. Ну и, наверное, на этом все. Можем прощаться. Да, до завтра. Зовите друзей. Зовите знакомых, приходите к нам, и мы будем комментировать специально для вас и только, да, для вас. Будем рады видеть всех. Удачи вам, друзья. Увидимся в будущем.